Добрый день. Сегодня мы напишем вот такую кошечку. Это в паре к вот этому котеночку. Это для мамы, это для ребенка. Давайте начнем. Берем большую кисточку. Берем охру. Немного разбавителя. Коричневый и забрасываем на весь холст. Консистенция краски жидкая. Просто тонируем. Дальше середина здесь. Вот этой середины визуальной уже. Так, этот глазик упирается сюда, здесь, вот так. Этот глаз ниже, чем этот. Он чуть-чуть даже заходит ниже этой линии. Сюда. И вот так. И чуть-чуть за эту линию тоже заходит. Носик чуть-чуть сюда и в основном вот здесь посередине, потом вот сюда такой уголочек, здесь где-то тут. Посередине, вот. Теперь берем большую кисть, она у меня испачкана в темном. Берем черную краску плюс кадмий красный светлый. Немножко разбавителя, совсем чуть-чуть. Закрашиваем кошечку. Глазки оставляем. Замешиваю бирюзовую, желтую. Можно взять для темного изумрудную. Вот сюда глазки немножко, но не до конца. А вот кружок такой сделаем. Краски не надо много. Разбавлять ее тоже не нужно. Мою кисточку, либо вытираю в тряпочку. Черный. Вношу сюда. К этому добавляем белила и желтую. Чуть ниже вот этого среднего зеленого идем вниз. Я сейчас постараюсь сделать ровным вот этот зрачок. Ну, таким, какой он у кошки.
Немножко захожу на черную линию нижнюю, потому что мне нужно поровнее сделать. И здесь. Постоянно смотрю на картинку, чтобы не от себя тяну рисовать, а точно как там. Теперь блики. Ну, я бы сказала, свет из-под теневой. Белый чуть-чуть поджелтить, совсем слегка. Сюда бличочек. Сюда легкий. Не между всеми, конечно. Можно между самыми толстыми. Ну, там, где толще пробелы. Можно сюда пожелтее. Все, готово.